Утренняя зарядка – это полезная привычка, которая помогает поддерживать тело в тонусе. Причем упражнения довольно-таки просты. Смотрите сами. Виктория, ведь не всегда эффективные упражнения сложные. Действительно, и мы докажем это, выполнив упражнение «Шаги на месте» с высоким подъемом коленей. Встаньте ровно. Ноги располагаем уже, чем на ширине плеч, это позволит вам сохранить равновесие. Руки располагаем перед собой в замок. Наша задача на выдохе – поднять колено правой ноги максимально высоко к груди. Затем мы возвращаемся в исходное положение и то же самое повторяем левой ногой. На выдохе к себе, на вдохе – на исходное положение. Спина у нас ровная, равновесие не теряем. Выполняем необходимое количество раз на каждую ногу. Имеет ли какое-то значение, насколько высоко мы поднимаем ногу? Да, действительно, это очень важный момент, ведь от того, насколько высоко мы поднимем ноги, будет зависеть эффективность нашего упражнения. Стремимся к груди. Можем ли мы ошибиться, выполняя это упражнение? Одной из основных ошибок будет недостаточно высокий подъем ног. А так, в принципе, упражнение достаточно простое. Отличная кардионагрузка. Действительно, это упражнение очень здорово подойдет также для разминки перед основной тренировкой.